Ну, мы постарались за этот период сегодня сконцентрированно вспомнить и повторить все, что наработано, что касается нашего нападения, основные направления нашей атаки. У нас есть преимущество в росте перед швейцарской командой, поэтому мы хотели бы организовать сильную силовую игру под кольцом. Все-таки Швейцария аутсайдер группы. У них сменился тренер. Первые четыре игры команды руководил другой специалист. Наверное, они с новым тренером пытаются взять новый старт, и поэтому очень важны первая и вторая четверть. Собственно, эти четверти и были проблематичны в нашем первом матче со Швейцарией на выезде. В третьем-четвертом мы вернулись к своей привычной игре и добились преимущества. Хочу поблагодарить всех девушек. Они с максимальной мотивацией и концентрацией готовятся к этим матчам. И нет явно уступающих в классе, и нет явно отстающих. И выбор непростой, но нужно учитывать, что все-таки силу соперника. И, наверное, с матчем с Грецией максимально сильный состав мы постараемся выставить именно на эту игру. Так, играть, 2 на 2.